Извините, отвлеку на минуточку. Мы снимаем видео для Ютуба, вы называете любимого артиста, и я пою. Денег не требую. Если я не смогу спеть, даю 100 рублей. Русского исполнителя. Да. Мэвл? Да. Мэвл. Холодок, типа, да. Типа Тима Белорусских? Только. Да, холодок. Хорошо, первая попытка засчитана, минус, вторая. Окей. Ну, только русский, да? Да. Почти плейлист, посмотри. У нас здесь соревнования сегодня. Есть другой парень, который только иностранные песни поет. Да, с иностранными попроще. Вот надо подкинуть его к вам. Рауф энд Файк не лето, да. Если тебе будет грустно. Ого, ничего себе, моя любимая. Как совпало-то. Да? Да? Сейчас смотри. Лето, расскажи о том, что нам болело. Под дождем бежал к тебе с букетом. Оказалось, ты промокла с кем-то другим. Помпыралый аромат ее волос. Не зря играл с тобой. Думала ты, думала, что не заберу с собой. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Классно, давай. Классно. Спасибо. Пока. Привет, ты не против сняться с нами тоже? То есть не надо делать что-то там, то, что мы сейчас делаем. Просто называешь любимого артиста, и я исполняю. То есть денег не требуем, просто классный контент для YouTube снимаем. Блин, вы, конечно, очень, я вообще не очень выгляжу. Ты супер выглядишь. Сейчас подружка по телефону говорит. А, да? Что надо Ой, сделать? Извиняюсь, ну, любого, да, исполнителя называешь любимого Макс артиста. Корж. Ага, ну давай. Примерно какую песню? Свежую там, старую? Да, все равно, из старого альбома. Из старого? Смотри. С тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей, или покинуть города? Эй, эй, тебе, конечно, будут говорить, как можно жить, но можно жить не так. В темноте, но летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной, выход ищи. Там, где солнце и дни. Подружка говорит, сейчас на первом скинет, очень круто играет. Да, вот сразу двоим устроили концерт, видишь, и тебе, и ей. Да, спасибо. Прикольно, а подружка откуда? Из Ростова? А, здорово. А ты просто проездом, типа, отдыхаешь? Работаю. Ну вот я тоже по работе, видишь, я из Казани приехал, блогер местный. Хижина музыканты канал, там себя сможешь увидеть. Хорошо. Во всей красе. Спасибо. Спасибо, давай, пока. Погоди, у тебя до сих пор нет гитары? Непорядок. Самое время принять участие в конкурсе от магазина Skiff Music. Разыгрывается электрогитара Fresher Les Paul. Все, что нужно сделать, это с 1 по 31 июля сделать покупку на сайте от 1000 рублей, и твой номер заказа становится автоматически лотерейным билетом. И уже 15 августа просто зайти на сайт и посмотреть, выиграл ли ты эту самую гитару. Используя промокод Хижина, ты еще получаешь 5% скидку на сайте. Вся информация в описании под видео. Участвуй! Девочки, стойте! Остановитесь, пожалуйста. Нам нужно, чтобы вы нам сказали, какую нам песню спеть, и мы вам ее споем. Любимого артиста назвать там, перебрать. Три варианта какие. Кто? Только на русском. На русском. На русском? А я пока сыграю. И сидись. А я могу повыть. Вспоминаете? Нет, русскую. Исполняйте. Давайте B2. Давай. А мне можно из английского? B2. Еще раз, да. Варвара. Варвара.
очень сложный припев. Все. Спел, главное. Стоять. Видос давайте снимем. Значит, надо назвать песню. Назвать песню? Да. Можно и платно, мы не против. Не, бесплатно, конечно. Будет песня? Да, а мы, у нас батл, мы должны, значит, исполнить для вас. Я Эндшпиль? Мы что-то пели с тобой кольца вместе. Не, Эндшпиль, проще будет. Долой мегаполиса блеск, мне подавай мой дом, где среди горики до дерева треск. Друзья разводили костер, эту любовь долго ли протяну я без тебя, моя отчизна. Ком благодовому яблоку, как вспомню кадры жизни. Не было грязи на мази, с миру до темна. Бегали, били колени, радовались доброму, спал на время. Верни меня туда, где беззаботными мы были. Дай мне насладиться, где улыбок непочатый край. На черно-белых фото дети, школьная пора. Любили жизнь с ночи до утра. Дом вверх дном и волю цунами по гаражам со свистом детвора. Носилась по дворам, как жаль, что мы выросли. На сердце лишь останется теплая печаль. Ра-па-па-па-пам, ра-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, па-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, ра-па-па-па-пам. Да, спасибо. Ребят, можешь с вами видео снять? Называется «Любимый артист, пою, денег не требую». Каналчик есть. Настановимся тогда? Кого слушаете? Ну, а конкретных современных русских исполнителей назовете? Именно русских? Да, русских. Ну, Платина, Уджбуда, все такое. Давай еще что-нибудь. Ну, я понимаю, но на гитаре я не видел, чтобы играли. Пробовать. Ну, я, честно, не знаю, что можно сыграть на гитаре. Ты можешь... Макс Корж. Да, вот, Макс Корж хорош. Давай, какую? Давай вот такую песню, которую мало под гитару поют, кстати. Может, понравится. Ща. Эй, братик, ставь турку на плиту. Мужики вышли на перекур. Что-то нового давай обсуждать. Парм изо рта красит темноту. У кого в гору пошли дела? У этого квартиры ребятишек полна. Так же хорошо ведь было и у тебя, пока не появилась она. Ой, малолетка. Ай, малолетка. Ой, малолетка. Незаметно сжимается клетка. Ой, малолетка. Ай, малолетка. Ой, малолетка, в темноте обрывается лента. Нормально? Да. Спасибо вам, давайте, пока. Ну да, поэтому же уж к вам идем. Мы тебя сразу заметили, вы к тебе пришли. Называете любимого артиста? А, вы что, ТикТок? Не ТикТок, блин, а Ютуб. Всем привет, подписывайтесь на мой инстаграм. Да что ты, какая молодец. Сколько у вас подписчиков? Миллион. Пишите, сейчас скажу. Как сложно. Ну давай, смотри так, я впишу твой инстаграм, если назовете мне любимого артиста. И я спою, да. Давай любимого. А? Давай любимого. Русского. Нервы. Давай нервы. Вот специально нестандартная песня. Ты знаешь такую? Я укачу от тебя, да не шучу. Ты слышишь в моем голосе холод. Ты издевалась от души, теперь я мучу. Это мой внутренний голод. Не издевайся над любовью. Я же говорил, что эти перерывы не к добру. Я тебя запомню, самый необычный. Я тебя запомню и сотру. И сотру. И сотру. Круто! Классно поешь! Точно? Да, мне понравилось. А играть не очень, да? Играть тоже. Можно еще?